Всем привет, дорогие друзья, с вами Дан. Сегодня я открываю мое новое шоу под названием «Я читер». Это шоу записывают многие летсплейщики. И я подумал, почему бы мне не записать. Итак, погнали! Ох, ты сильный! Сколько я тебе ударил? Как? Ну, ты меня, давай все, давай пистолетка. Не, давай бери, что хочешь уже, оружие любое можешь брать. Ты капец. Идем на точку Б только. Только на Б? Да. Я пипец, потому что я не умею из калаша стрелять. А ты что взял? Я ничего. На честно. Где ты? Говнюк Чон, я тебя слышал. Я тебе попал? Нет. Где ты? Как ты там оказался? Ну обошел, взял. Нельзя обходить. Ну ладно, хорошо, все, не буду обходить. Где вон, где можно? А ты записываешь? Нет. А я? Тоже нет. Ну, нет. Все те кланты с этой пушки я тоже тебе ушатать должен. Ты куда идешь сейчас, на Б? Да. Ну, давай, иди. Ты на Б? Да. Я обходил. Я спрятался, Даун, я спрятался. А чё ты меня вообще не убил? Всё, давай не на Б, давай на А. На А, ну окей, гол на А. Блин, тебе ж так тоже ближе. Ну, как-то... Давай в следующий раз я за эти. Так мы куда идем сейчас, на А или на Б идем? На А. А, на А, ну идем на А. Точнее, я уже на А. Ну что тебе там идти-то? А ты как где? Ты самый Б! А ты где, я в тебя попал? Нет. А ты где? О, пострел, да? Пострел. Что, попадай или нет? Да, ты мне всю хп почти отнял. Нет. Нет? Нет, а ты где? Я гуляю, а что? Там телефон. Да, быстрее. А где ты? Читил. В смысле читер? Я вообще был за стенкой, ты меня как-то так убил. Так я тебя видел, ты, если бы было... смотри, если бы я тебя через стенку убил, было написано, что я тебя через прострел убил. Так я был за стеной, за стеной на А, да? Ну да, но я на Б пошел, иди на Б. Я тоже на Б. Ну все, давай. Я за стеной был, ты как меня убил? В смысле как убил? Ты... Если бы я тебя убил через стену, это был бы прострел. Было бы написано, что это был прострел. Ты куда идешь? Ты куда, на какую точку идешь? На Б. Да. Что? Ничего. Ты пошел через что? Через А пошел или как? Let's give it to them, boys. Через А на Б пошел? Куда идем, на Б? На А. На А, ну идем на А. Че ты врешь ты? На? Ах, крыса. Кто тебя учил врать? Ты?
когда я тебе врал? Всегда. Я тебя заметил. Я заряд. Так, заметил, что. У меня долбанный КС лагает, капец. У меня тоже чуть лагает. Да у меня вообще... Так у меня вообще, когда ты выходил, залагало. Я вообще почти нифига не плачу. Я иду, и он назад идет. А, у меня вчера тоже такое было. Короче, играла я, короче, на... На сервер, на паблике, у меня тоже так. Идем на... Ого-го, вот что так дерзко-то. Я пошел на мидл. Это чё? Это банан, короче. Точнее, не на мидл, а на банан. Братуха, ноукли вообще-то нельзя использовать. У меня нет ноуклипа. Хорошо, я на базе сижу. Мне налагает. Мне тоже что-то подлагивает. Ну, терпимо, у меня терпимо. У меня 50 ВПС. 40. Куда идем? Идем на Б. Идешь на Б? Ага, ща. Постой, мне лагит. Говорит, следующую игру я создам. А чё? Нет, следующую игру я говорю, ухожу уже. Куда идем? Ты что сделал? Ноуклип! Сам будешь ничего не делать, ты сам. Ладно, пацан, короче, знаешь, почему ты проиграл все время? Я тебе расскажу, я играл с читами. Ты читил? Нет, я не читер, это консольная команда. Какая? Я тебе не буду говорить. Это видео, ну, это видео будет на моем канале. Вот то, что ты сейчас снимаешь, да? Да, я снимаю. Это видео будет на моем канале, ты посмотришь сам. Понял? Ага. Ну все, хочешь доиграть? Или все? А ты знаешь, что по тебе на канале будет говорить? То, что ты читер, что ты это, как бы, читер. Что? Будут говорить то, что ты читер, и наоборот дизлайки будут братуха, ставить. Братуха, есть такая рубрика «Я читер». Эта рубрика сейчас набирает много просмотров. Так что давай, братан, пока. I'm a Trumpster, motherfucker.